Ну, как и ожидали, что будет сложный матч. Сложный матч. Команда соперника была на земле изучена. Видно было, что молодые ребята достаточно хорошо двигаются, достаточно быстрые, неплохо работают с мячом. Плюс качество поля, которое оставляло желать лучшего, тоже, наверное, внесло свои коррективы. Поэтому, как и предполагали, был сложный матч. До конца терпели. Благодарю ребят, что они при неблагоприятном ходу матча терпели до конца и смогли переломить в концовке ход матча и вырвали победу. А так, я повторяюсь, да, было сложно, конечно. Лучший игрок матча, безусловно, да. Я говорю, сегодня не все получалось, но тут на поле должен быть лидер, который взял игру на себя и повел за собой, забил великолепные мячи. Но хочу поздравить всю команду. У нас серия такая затянувшаяся была из не очень хороших результатов, скажем так. Поэтому победа нам этого была очень важна. В психологическом плане, прежде всего. Мы считаем, что мы сегодня провели достаточно качественный матч. Мы достаточно оказали серьезное сопротивление команде премьер-лиги, которая против нас вышла оптимальным составом основным. Забили хороший гол, старались играть первым номером, доминировали на поле. Ну а то, что было в конце там игры, последние 15 минут, это как бы уже пусть разбираются там судейское руководство, там органы их, потому что мы считаем, что концовка, судья был на стороне Урала.